В знаменовании больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противников в годы Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден праздник «День танкиста». Насыщенная воскресная программа в Центральном бронетанковом музее ожидала всех посетителей. Празднование началось с митинга и возложения венков к памятнику воинам-танкистам возле часовни благоверного князя Дмитрия Донского. Почтить память погибших танкистов пришли родственники и молодые курсанты военных училищ. Полевая кухня, обновленная экспозиция отечественного и зарубежного танкостроения, стрельба в тире, катание по танкодрому на танках Т-34 и БТР-80. Организаторы сделали все, чтобы праздник стал незабываемым. Любой желающий мог принять участие и в танковом биатлоне на радиоуправляемых машинах, размер которых в 16 раз был меньше настоящих. Тут в первую очередь идей очень много возникает, они существуют. Еще одна из идей, которую мы частично реализовали именно в этот праздник, это доступ в боевое отделение танков. Мы хотим это продолжить, чтобы это было не только в празднике, а чтобы некая экскурсия в боевое отделение любого экспоната, абсолютно любого экспоната, готового к осмотру, был организован доступ. Это будут определенные, наверное, какие-то дни танка какого-то конкретного, и тогда будет организация доступа в боевое отделение. Кульминацией праздника стала реконструкция эпизода боевого сражения, собравшая больше сотни зрителей. В бой вступила военная техника нацистской Германии и Советского Союза, а в небе над Кубинкой развернулось сражение на самолетах Як-52. Свободных мест к началу действия уже не было, поэтому в качестве трибун многие гости использовали музейные экспонаты – танки и БТРы. Благодаря реконструкторам посетители смогли переместиться в далекие 40-е годы и прочувствовать хотя бы на пару минут, что такое настоящая война с выстрелами и запахом пороха. В такие моменты гордишься за страну и за тех, кто 70 лет назад отдал своей жизни за мирное небо над головами. Подрастающее поколение осознанно идет на военную службу, считая это своим долгом – долгом защищать Родину. Прежде всего, я патриот своей родины, а у меня военный отец. Я хочу пойти по его стопам, служить своему отечеству. Мне это интересно, и я хочу стать настоящим офицером. Этот день танкиста собрал в Кубинке множество гостей, от мала до велика. И каждый с гордостью говорил о том, что он патриот. Люди уверены, что 70-я годовщина празднования танкиста пройдет еще интересней и масштабней. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».